Всем привет, дорогие друзья, с вами Драген, и сегодня у нас новое видео по Синди Кар Драйв. И, ребят, наконец-таки, сегодня мы с вами покатаемся, а не посмотрим обновление. Ну, хотя обновление мы тоже частично посмотрим, на то, которое, ну, для тестеров, и, собственно говоря, в открытом доступе ее нету. Посмотрим, что добавили, и заодно покатаемся на кое-чем новом. Вот такой вот спойлер сразу вам. Ну а перед началом я всем желаю приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра. Ну а также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ведь там все самое интересное, свежее, и насчет игры и тоже вылаживаю новости, собственно говоря, ссылочка будет в описании. Ну а мы пойдем уже в игру. Сразу говорю то, что, как бы, да, вы видите, закрытый бета-тест 0.0.13. Собственно говоря, мы нажимаем, и что мы видим? О боже, мы видим новую карту. Карта по бездорожью. В официальной группе у разработчиков в Телеграме выходил скриншот этой карты, и, собственно говоря, сегодня мы на ней как раз-таки покатаемся, и основной ролик, в принципе, на ней и будет. Ну а перед началом давайте на тестовый полигон зайдем, посмотрим, что там. Обновилось у нас меню, но оно будет дорабатываться, потому что это меню, ну, оно вроде как удобное, но насчет фрикамеры тут как бы есть такие проблемы, потому что вот, допустим, мы хотим, чтобы нам полетать, нам нужно вот так вот летать, это не очень удобно, а если мы выходим, то получается там все плохо. Вот. А спавним новую машину. Машин, кстати, новых нету. А у меня низкая графика, что ли? Ладно, покатаемся на низкой графике, в принципе, ничего такого. Да, что я хотел в самом начале сказать, это то, что получается FPS будет низкий, так как это тестовый, во-первых, ПК. И, собственно говоря, FPS тут, ну, такое. Собственно говоря, вы уже можете заметить то, что убрали, получается, гору отсюда, потому что это для FPS, хотя, если честно, что-то FPS, наоборот, уменьшилось. Также были убраны, получается, деревья, то есть осталось, в принципе, парочка деревьев. Вон они, два. И, в принципе, ну, травка еще. Хопа. Блин, не, ну, кайфово. Повреждения, конечно, тут топовые. Вот ничего сказать не могу. Дальше больше, ребят, могу сказать. Так, ну, в принципе, на этой карте-то ничего интересного больше-то и нету. Я только хотел вам показать то, что гору убрали. Поэтому мы переходим, кстати, в меню. А, еще у нас, кстати, добавилась кнопка рестарта. То есть, если мы на нее нажимаем, у нас игра перезапускается. Ну, карт. Заходим в play, заходим в climb, это бездорожье. И, собственно говоря, ребят, смертельный спуск сегодня у нас будет, потому почему смертельный, вы, в принципе, сейчас это и узнаете. Ну, примерно на всех машинах, я думаю, мы будем сегодня прокатимся. Вот здесь, кстати, в туннеле почему-то лагает, непонятно почему. Вот, да, кстати, сегодня может две машины даже, допустим. Больше я не смогу, потому что, что-то я говорю, FPS очень мало, вот, поэтому как-то такое. Так, давайте, ребят, прокатимся на замедлении лучше, потому что если, ну, попробуем еще без замедления, но это будет очень трудно. Так, ну, в принципе, пока пикапчик справляется, но это пока, потому что дальше там, ой, там все, ну, тут, в принципе, уже плохо все. Опа. Да, кстати, вот камеру надо еще переделать будет, потому что камера, которая сейчас, она, ну, типа, вообще ни о чем. Она очень-таки неудобная, и она портит вообще все. Поэтому заранее извиняюсь, если кого-то стошнит, грубо говоря. Вот. Ну, в принципе, машине плохо. И, собственно, навряд ли кто-то там выжил бы. Единственное, так, давайте ускорим, чтобы она докувыркалась уже. Ну все, прекрати, прекрати. Молодец, молодец. Единственное, немного странное почему-то повреждение. Некоторые частички растянуло, что-то как-то, да, там вот вообще все плохо. Вот, движок, кстати, куда-то уехал в бок. Ну да ладно. Так, удаляем машину. Давайте мы заспавним, наверное, фальш. Вообще, давайте посмотрим рестайлинговый, как он проедет. Так. Вот, ну, плюс-минус вот на таком давайте попробуем. То есть, по сути, это сейчас без замедления. Просто я делаю, чтобы как бы более-менее FPS было. Потому что я говорю, FPS тут нема. Так, блин, вот из-за камеры еще это очень трудно. Так, ну все, это гердык, это габелла. Начинает нас раскручивать. Типа, ну да, ну да. Хотя нет, мы, в принципе, все еще живы. У нас есть на одной стороне колеса. Ну или были, по крайней мере. Хотя нет, есть все-таки. С одной стороны куда-то колеса уехали. А мы дальше пошли кувыркаться. Блин, это, конечно, интересно. Ну, одно колесо, в принципе, осталось. А нет, второе тоже до сих пор держится. Мне что-то показалось, то, что оно улетело. Так, ну это, кстати, машина не так сильно кувыркалась, я могу сказать. То есть, в целом мы
Нет, ехать мы, к сожалению, не можем. Ну ладно. Давайте, ребят, перезапустим карту. У нас есть еще катафалк. Вот он. Он на нем тоже, на самом деле, интересно, потому что он тоже по-своему там, скажем так, едет здесь. Так, давайте попробуем еще максимально аккуратно попробуем скатиться. Я не знаю, получится это у меня или нет. Так, аккуратненько. Угу. Аккуратно, аккуратно. Вот видите, камера, блин, мешает. И из-за этого очень трудно контролировать машину. Ну, собственно говоря, все, у нас палить по... Понесло. Что с камерой? Алло. Алло. Ну. Трындец полный на самом деле происходит. Ну, пожалуйста, ну хватит уже так. Да, вот это, кстати, мне кажется, единственное, что портит пока что игру. Потому что эта камера, ну она вообще ни о чем. Особенно, когда спускаешься с горы. Это максимально неудобно. Все, прекращай. Я могу сказать то, что тут лепешка. Тут ничего не заметно. Такое, такое. Давайте, ребят, еще раз перезапустим. Поедем сейчас на внедорожниках. Вот. У нас игра перезапускается. Так. А внедорожник, Falcon. Попробуем на обычном. Посмотрим, как вообще справится обычный. И потом уже дальше посмотрим. А еще интересно будет, как справится Bigfoot. Так, а что у нас? У нас забаговалось. Я понял. Небольшие баги. Баг, кстати, вот... Блин, этот баг до сих пор не пофиксили, что ли? Ладно, сейчас вроде нормально все должно быть. Нет, не нормально. Так, перезапускаем запуск номер 3. Так. Угу. Все, норм. Едем. В принципе, сейчас внедорожник должен показать намного лучше себя. Так. Попробуем давайте на замедлении проехать. Так, куда? Ну, не надо переворачиваться. Вот самое, кстати, жесткое, это либо тут я... сносит задницу, либо у тебя просто отваливаются колеса. Так, ну, все, это, по-моему, колесо, куда? У нас колесо отлетело, так, перед, я так понимаю. Ну да, тут кирдык, могу сказать. Колесо, кстати, у нас прилетело. Ну ладно. Так, ну, в принципе, ну да, машине, конечно, плохо. Но в целом я могу сказать то, что, наверное, одну треть горы мы проехали. Так, давайте ускорим время, посмотрим, что сейчас дальше будет. Ну, если честно, повреждения какие-то странные стали. Серьезно. Так, ну-ка, перевернется, нет? Нет, не перевернется. Ну, тут на самом деле все плохо, поэтому жалко машину. Заспавним новый именно для оффроуда. Заодно посмотрим, насколько он именно для оффроуда подходит. Потому что, ну, здесь это реально, это челлендж, кто доедет живым. Потому что, ну, живым тут возможно доехать, конечно. Если, кстати, эта серия наберет, там, не знаю, лайков 60, то можно будет попытаться доехать живым. Так, давайте замедление. Что-то уже все... По-моему, уже все плохо идет. Так, колеса выдержали, это самое главное. В целом, я хрен знает, ну, 70 это уже... Вот, блин, иногда, когда хорошо едешь, вот ты сюда улетаешь, и все, тут уже, типа, плохо машине становится, она начинает переворачиваться из-за неровностей. Вот, и как бы все, она улетает вниз. Да. Не, ну согласитесь, это прикольно. Давайте, да, сейчас она долетит до конца. Все, она... практически долетело. Непонятно вообще, что происходит. Какой-то просто, я не знаю, танец, брейк-данец происходит, но типа жестко. Капец. Но от машины ничего не осталось. А, это перед был? Я, если честно, думал, то, что перед это вот это, но нифига себе. Могу я вам так сказать. Так, давайте, ребят, для... уже Bigfoot. Мне очень интересно, как проедет Bigfoot. Я, в принципе, наверное... Сейчас я знаю, как проеду. Получается, нужно уехать из этого угла. И получается, ну, если взять навыки Assoluta Racing, школы вождения, то получается, по сути, сейчас замедление, мы должны уехать туда. А получается, с левой стороны неровностей намного меньше. А, стоять. Вот, да, проблема.
у нас, наверное, будет заключаться именно в этом, удержаться на колесах, но у нас это не получается. Я, кстати, ни разу не, у меня не бывало такого, чтобы я обратно перевернулся, ну, когда перевернулся, я улетел обратно, ну, мог дальше ехать. Колесо у нас одно, кстати, отлетело. Я предлагаю уже тогда дальше насладиться. Что происходит? У меня вопрос. Это знаете? Ну, кстати, мы уже внизу. Если честно, непонятно, что происходит максимально. Это, знаете, машина не понимает, куда держать путь. Это так ее, типа, она с такой скоростью. Нифига. Это единственная машина, которая с такой невероятной скоростью летит. Так, давайте... Мне интересно просто, докуда она сейчас долетит. Ну... Так, запоминаем место. Ну, слушайте, она далеко улетела. Посмотрите просто, насколько гора огромная. Типа, это реально... Это жесть. Так, убираем машину. Идем назад. Я вот даже не знаю, стоит ли вот их запускать, потому что... Ну, давайте попробуем на вот этой машине. Хотя смысла нету. Но мне лично интересно, как будет что-то там повреждаться у него. Так, ну тут сейчас трындец у него тоже будет. Так, ну в целом, кстати, у него... Здесь мы вроде как должны норм проехать. Тихо, небольшой дрифт. Дрифт. Кстати, боком едем нормально. Так. Вот, блин, черт, я лечу именно на то место, а нет, норм. Так, замедляемся. Ну, кстати, вы видите, я практически доехал. Передним колесом плохо максимально, но, тем не менее, я сейчас не кувыркаюсь. То есть это, походу, это что, единственная машинка на... Так, ну там, походу... Не, все, это трындец, мы сюда улетим. Все. Хотя есть так-то шансы, то, что мы сейчас выживем. Но они очень малы, хотя в целом... Блин, я даже не могу, не понимаю. Ну сейчас, да, произойдет небольшой удар. Он даже не был удар, если честно. Мы сейчас просто проскользим. Оп. И ну сейчас еще, возможно, небольшой кувырок. Опа. Ну в целом мы, кстати, встали на колес обратно. Посмотрите просто, морда в целом. Ну, если были бы царапины, допустим, да. Тут, конечно, страшное дело было бы. Но в целом она еще и как-то каким-то образом едет. Хотя передние колеса им вообще плохо. Ну да. Не, ну, давайте попробуем чисто вот сейчас. Вот что было бы, если бы я ехал неаккуратно? Вот просто примерно. Очень, на самом деле, интересно. Так, едем. Ну, в целом я могу сказать то, что был бы, наверное, трындец. А, что? Ну, кстати, мы вроде как едем. Нормально едем. Собственно говоря, мы тут упали, и, в принципе, машине очень-таки плохо стало. Да, это трындец, если честно. В принципе, ребята, я думаю, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто до сих пор это не сделали. Если я увижу... прям жесткую поддержку вот от вас в виде лайков, просмотров, то Синдикат Драйв будет выходить намного чаще на моем канале. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока!